В эфире 592 выпуск «Открытой политики», и мы обозреваем события прошедшей недели. Так или иначе, все основные новости и события прошлой недели крутились в республике вокруг коррупционного спрута в сфере дорожного строительства. Ну, начнем из самых свежих новостей. Это под домашний арест отправлен на 2 месяца заместитель руководителя управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Ишмуратов. Ему вменяется взятка в размере 2,9 миллиона рублей по представлению следствия за покровительство подрядчику при осуществлении работ по федеральному проекту «Безопасные и комфортные дороги». Следствие предполагает, что Ишмуратов как минимум на 2,9 миллиона рублей пытался сделать дороги Республики Башкортостан менее комфортными и менее безопасными. Но Ишмуратов, как мне сдается, всего лишь вторичный исполнитель. Он всего лишь звено в длинной цепи, и, судя по всему, эту цепь начала вытягивать на поверхность сейчас постепенно прокуратура и ФСБ Республики Башкортостан. Невозможно, на мой взгляд, предположить, что начальник Ишмуратова был не в курсе его деяний. Ну, так уж устроена структура российской власти, что начальство в конечном итоге просто обязано знать и понимать все процессы во вверенном ему предприятии. Ну, в принципе, это даже, наверное, как-то нормально. Было бы странно, если бы руководитель предприятия, ведомства, министерства был не в курсе того, что творится в его ведомстве. Как я и говорил в прошлый раз, обозревая эту тему, руководитель УДХ Республики Башкортостан Артем Шамхалов, который на момент задержания Ишмуратова находился в отпуске в одной из южных республик, так и не вернулся из этого отпуска. Мои предположения сбылись. Шамхалов экстренно заболел, причем настолько основательно заболел, что предпочел не лечиться в прекрасной РКБ-2, предназначенной только для чиновников республики, но по электронной почте Шамхалов прислал с юга аж целых 2 больничных листа. Судя по всему, господин Шамхалов предпочел держаться на дистанции и надеяться, что до Кавказа, как минимум, руки прокуратуры республики и ФСБ не дотянутся. Ну, не знаю, насколько обосновано его предположение о беспомощности силовых ведомств Республики Башкортостан. Впрочем, опасения Шамхалова вполне обоснованы. На данный момент на свободе или не под санкциями суда осталось не так уж и много руководителей дорожной отрасли Республики Башкортостан. Давайте вернемся чуть-чуть в прошлое. Генеральный директор Башкиравтодора Юланов сидит в СИЗО. Ему и его сподвижникам, подельникам санкция продлена до 30 июня. Министр дорожного строительства Клебанов в СИЗО до 7 июля. Заместитель того самого Шамхалова Ишмуратов под домашним арестом на 2 месяца. Ну и еще, например, бывший министр Булычев сейчас находится под судом, и судьба его совершенно непонятна. Кстати говоря о Клебанове, судя по всему, ему будут выдвинуты еще дополнительные обвинения, помимо той взятки, которая вменяется на данный момент. Стало известно о предположительном существовании некой авиационной схемы, которая, может быть, и окажется еще и похлеще того, что вменяется господину Булышеву. Булышев всего лишь в стремлении обеспечить комфортный полет Хабирова в Ташкент допустил нарушение конкурсных процедур. Судя по всему, Клебанов проворачивал дела с полетами Хабирова, в том числе с несостоявшимися полетами Хабирова, покруче, чем Булышев. Причем делал это за спиной у Хабирова, а, как известно, в структурах подобных той, которая сложилась в Республике Башкортостан во власти, подобные делишки просто так не прощают. Обобщая сказанное о ситуации вокруг дорожной сферы, я констатирую, что в республике разворачивается беспрецедентная операция прокуратуры и спецслужб по раскрытию криминальных схем. Эта операция обличает чиновников, которые пытались обогащаться за счет бюджетных возможностей. И будем надеяться, что итогом этой операции станет кардинальное изменение в составе руководства республики. Так или иначе, как я говорил в начале, руководство всегда отвечает за своих подчиненных. И действительно глупо предполагать, что в ключевой отрасли экономики республики, я имею в виду дорожное строительство и дорожное хозяйство, руководство республики, самые высшие чины во власти были не в курсе того, что там творится.
При том, что сигналы о кризисе в дорожной сфере поступали уже давным-давно. И, собственно, ситуацию с Башкиравтодором, наверное, можно было предвосхитить, если бы на то была воля. И вот как раз к этой воле и возникает очень много вопросов. Почему высшее руководство республики допустило подобную ситуацию? В общем, остается нам сейчас наблюдать за действиями силовиков. Посмотрим, насколько последовательно они будут в раскрытии вот этой вот группировки. А то, что это группировка, я нисколько не сомневаюсь. Потому что я уже говорил о том, что глупо, наверное, предполагать, что один совершенно посторонний для башкирских властей колебанов смог натворить вот столько-столько дел. Там одних эпизодов десятки. Так что наблюдаем, смотрим и оцениваем ситуацию. Информационный продукт важно не только создать, но еще и продвигать. Продвижение наших видео происходит исключительно вашими силами. Если вы одобряете то, что мы делаем, если вам нравится то, что мы производим в качестве контента, помогайте нашему каналу. Это могут быть лайки, это могут быть перепосты в соцсетях, это могут быть комментарии, вопросы, материальная помощь, все что угодно. Все это идет в общую копилку, и все это помогает нам охватить еще большую аудиторию и донести объективную информацию до каждого жителя Республики Башкортостан. Наряду с делом Башкиравтодора, делом чиновников-дорожников, продолжаются в республике судебные и следственные действия по другим громким делам чиновников и менеджеров государственных предприятий республики. Продлены санкции по делу Башспирта, но Гуманов и Хазигалиев, соответственно, остаются под домашним арестом и в СИЗО, как минимум еще на 2 месяца. Действительно, дело там чрезвычайно сложное, но опять же остаются вопросы, почему целый год до задержания и помещения под домашний арест этих двух персонажей дело было, по сути, заморожено. Тут, конечно, вопросов много, впрочем, мы об этом говорили много раз в предыдущих выпусках. А еще вынесен приговор Елене Прочаковской. В Подмосковье суд определил ей наказание за мошенничество в размере 2 лет условно. Причем, примечательно, что в отношении Елены Прочаковской Хабиров продолжает фантастическое упорство. Объявленная судом мошенница Прочаковская продолжает на данный момент пребывать в должности руководителя управления администрации главы Республики Башкортостан. По крайней мере, она продолжит пребывать в этой должности до момента вступления приговора в законную силу. На данный момент приговор вынесен, но объявлена апелляция и, соответственно, договор в законную силу все еще не вступил. Тут остается только удивляться тому, насколько Хабиров упорствует в собственных заблуждениях. И, как говорится, по мелочи. Под судом министр Булышев, экс-министр Авзалов, замминистра Жульков и некоторые другие члены так называемой команды Х. Это уже, как говорится, по мелочи. Дожили мы до ситуации, когда парочка министров находится под судом, и это даже не самое главное событие в республике, которое происходит в текущем моменте. Тут волей-неволей вспоминаешь рахимовские времена. При всей, скажем так, критичности моего отношения к временам правления Муртазы Губайдуловича, такого количества высших чиновников, которых зацепила длань правосудия, не было никогда. Я не припоминаю случай, чтобы министр рахимовского правительства попадал под суд и тем более отправлялся в колонию или получал уголовный приговор. Как говорится, есть с чем сравнивать. Дорогие подписчики, зрители, комментаторы, помните о том, что наш канал существует исключительно за счет ваших пожертвований и исключительно потому, что вы хотите видеть продолжение наших выпусков. Потому не стесняйтесь помогать нашему каналу материально. Сделать это можно единственно доступным способом через расчетный счет, который мы публикуем и который вы можете найти в описании под каждым видео на нашем видеоканале. Надо отдать должное все-таки Хабирову. Он всегда держит нос по ветру и тонко чувствует настроение федерального начальства. Уловив нешуточное раздражение федералов от разгула коррупции в Республике Башкортостан, Ради Фаритович
внезапно предлагает своему окружению совершенно новую и неожиданную для многих концепцию. Вкратце, эта концепция сводится к подобной формуле. Следующие 5 лет ничего не крадем и входим в историю Башкортостана созидателями. Вот такая вот концепция. Мнение окружения Хабирова кардинально разделилось. Те, кто успел уже набить карманы, горячо поддержали инициативу дорогого Ради Фаритовича, обоснованно полагая, что перспектива повторить судьбу Беляева, Кучербаева, Клебанова, Жулькова, Булышева и прочих для них, как говорится, не самая лучшая перспектива, а лучше сохранить уже обретенное. Согласитесь, такой достаточно рациональный подход. А вот недавно пришедшие на должность соратники Хабирова опечалились перспективой 5 лет жить практически только на одну зарплату, да еще и в условиях ненормированного графика работы. Между тем, Хабиров, продвигая свой новый проект внезапной честности, категорически заявил, кто не согласен, может уйти из команды. Будем наблюдать, кто в ближайшее время эту команду покинет, и, соответственно, сделаем выводы, кто не согласен с подобной концепцией дорогого Ради Фаритовича. Если честно, при всей милой наивности идеи Хабирова в ее реализацию верится с трудом. На ум приходит анекдот из советского прошлого, когда не сильно умный прапорщик командует поезду, идущему по рельсам, поезд «стой, раз, два». Ну, так поезд не остановить. По аналогии, я полагаю, что одними только увещеваниями и указаниями, наверное, коррупцию Хабиров в своей собственной среде победить не может. Тем более, что по упомянутому мною принципу, безусловно, начальство отвечает за своих подчиненных, а более того, начальство определенным образом влияет на них. И многие из тех, кто были пойманы за руку из числа команды Хабирова, конечно же, ориентировались на пример своего начальства. Но надо отметить, что очень многие в республике, кому, видимо, не достает внимания дорогого Ради Фаритовича, уловили проблемы начальства очень чутко. Например, эти проблемы уловил депутат Государственного собрания Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов. Он услужливо предложил нынешней власти каким-нибудь образом снизить количество негатива в медиапространстве. То есть попросту запретить обсуждать то, что, например, не устраивает народ по результатам деятельности властей. Рухнул мост – всем молчать. Поднимается стоимость ЖКХ – всем молчать. 4-й раз подорожал бензин в регионе. Всем молчать. Согласитесь, это очень бы подошло Ради Фаритовичу в качестве решения проблемы несколько облагородить собственный имидж перед грядущими выборами в сентябре. Ну, то есть, если нельзя проблему решить, то можно ее как минимум замолчать. Добавить к инициативе Ишмухаметова стоит, конечно же, устранение тех, кто молчать не согласен. Ну и учреждение, например, Республиканского общества обожателей начальства. Тот же самый Ишмухаметов вполне готовый руководитель для подобного общества. Ну и, как говорится, дело в шляпе. Недовольных нет, все остальные молчат, а общество почитателей начальства беснуется и проводит митинги в поддержку. Готовый рецепт победы на выборах. Мы все знаем, что Владимир Путин одобрил желание Хабирова идти на второй срок. Однако лукаво оговорился – решать должен народ Башкортостана. Остается понять, поверит ли народ Башкортостана в новую байку Хабирова про 5 лет честности, которую он сейчас активно продвигает в среде собственных сподвижников.